Двое петропавловцев 33 и 22 лет и 33-летний житель Казажарского района подозреваются в незаконной добыче цист-рачка Артемия Салина. В результате целенаправленной оперативной разработки при координации прокуратуры их задержали сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью во взаимодействии с военнослужащими воинской части 6637. Незаконная добыча происходила на соленом озере Минкисер в Мамлютском районе. На месте происшествия полицейские изъяли 6 мешков цист общим весом 460 килограмм. Экспертиза оценила ущерб, нанесенный государству, в 3 миллиона 712 тысяч тенге. Согласно требованиям законодательства, незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений в составе группы влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.